Всем-всем приятного аппетита, друзья! Меня зовут Рисман, и в этом видео я вам покажу машину, при помощи которой я смогу соединять мобов и получать новых. Ну а также я попрошу тебя поставить лайк на это видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Да, давайте вернемся, пожалуй, в старый контент по Майнкрафту, который был у меня на канале. К сожалению, видео размером в полчаса и в час я не могу снимать каждый день, да и у меня эмоциональное выгорание было еще. В общем, пока что без Рисман Сити будем снимать вот такие вот классные ролики, как старые добрые времена. Погнали! Я оказался сейчас в лаборатории, где я смогу соединять мобов. Но пока что это не лаборатория на самом деле. Это, судя по всему, только туториал нам предстоит пройти. И нам уже говорят, что добро пожаловать в эту лабораторию, собственно. И давайте посмотрим, что тут есть. Тут у нас кукуруза растет, перчики, огурчики. О, огурчики, это классно. Даже пайнэппл растет. И это что? О, это клубника. Круто. Так, тут какие-то компьютеры, какие-то скляночки, баночки для экспериментов. О, можно даже на стуле посидеть. Чилово. Круто. И тут какие-то крысы. Ух ты, какие у них страшные красные глаза. О, не... О, таблица Менделеева. Ставь лайк, если знаешь таблицу Менделеева. Кстати, реально, напишите в комментариях, проходили вы уже на химии это или нет. Знаете вообще, что это такое. Но, что ж, пойдем дальше. Сейчас нам предстоит пройти урок по этой машине, которая нам позволит соединять мобов. И как видите, если мы соединим двух мобов, мы получим что-то между ними совмещенное. Вот такое вот, как видите. Но, так, а что я не могу туда идти? О, крипер, ух ты, смотрите, криперы. Если мы соединим двух криперов, то мы получим одного большого крипера. Тут в целом все понятно, ничего новенького, интересного мне особо тут не сказали. Так, ага, тут написаны мобы, которых я могу соединять. И если я использовать буду каких-нибудь других мобов не отсюда, то получится вот такая вот бяка. И они моб соединенный. Ну что ж, время практики, нам говорят, и я сейчас начну их соединять сам. О, отлично, мне дали инструмент для того, чтобы ловить мобов, я понял. Как портальная пушка в портале. Так, ну мне нужно поймать вот эту свинью. Свинья поймана. Есть. У меня она теперь в инвентаре лежит в качестве яйца призывания. Круто. Так, что теперь? Ага, теперь то же самое, только с этой лошадью надо сделать, и... Отлично. Теперь мне их нужно расположить, да? Нет, пока нельзя. Или можно? Ага, я понял, вначале мне нужно сюда кого-то расположить. Давайте свинью мы сюда поставим, а лошадь мы поставим вот сюда. Так, опа! Готово. Теперь нам нужно ее запустить и нажать на кнопку. Можно нажать? Есть. Все, я нажал. И ждем, пока эти два моба соединятся в одно целое. И посмотрим, что же получится. Свинья-лошадь или лошадь-свинья? И у нас получилось лошадь-свинья. Выглядит как обычная лошадь, но... О, я могу даже на ней кататься. Круто. Вообще, прикольная текстура для лошади, я вам скажу. Я бы ее и сохранил даже, наверное. Четко, что могу сказать. Неплохо. Ладненько. Нам предстоит теперь перейти в режим выживания. И мы оказались в какой-то деревне. Что тут есть вообще? О, я вижу сундук. И тут есть печенька. Это хорошо. И факел. Блин, а что я тут, собственно, буду делать, если мне нужно, по сути, объединять мобов? Зачем мне эти дома? О, я нашел сундук. Тут есть печеньки. Отлично. Я хотя бы печенек наберу. Вдруг я сейчас проголодаюсь, пока буду мобов объединять. И что мне делать дальше? Так, о, еще один сундук, а тут... Так, тут есть cooked beef. Отлично. Я видел, там на выходе был сундук. Давайте мы туда тоже заглянем. А, так. Гайдбук. Ага, так, ну, гайдбук. Я уже в целом гайд прошел, и мне все в целом понятно. Так, добро пожаловать, значит, в Mob Fusion. Это, значит, машина для экспериментов. У нас есть центральная панель для соединения мобов, две капсулы и так далее. Ну, короче, мы это все уже поняли. Я не знаю, зачем нам это нужно еще раз изучать. Так, давайте возьмем печеньки, портальную пушку еще одну и хлеб. Отлично. Ну что ж, теперь нам предстоит поймать каких-нибудь мобов, которых мы будем с вами объединять. Вообще, кстати, а ну-ка, стоп. Set random pair. О, я могу просто рандомных мобов создавать при помощи этой кнопки. А это... А, это просто очищает, судя по всему, эти капсулы. Ладно, давайте попробуем кого-нибудь поймать. Например, жителя. Иди сюда. Еще один житель. Сюда, житель. Сюда.
Ага, так, у меня есть два жителя. Я хочу их соединить и получить одного большого жителя. Как с крипером было показано, что если я двух больших криперов соединю, получу одного большого крипера. С жителями должно быть то же самое. Вообще с любым мобом должно быть то же самое. Соединяем два разных, два одинаковых моба и получаем одного большого. Так, я больше тут никого не вижу из мобов, если честно. Может быть, я где-нибудь на пляже найду какого-нибудь прикольного моба? Нет? Я нашел только свинью из таких. Что это там такое вдали? Это... А, это костер, да? Это костер и... Что с костром? У меня RTX текстуры, наверное, запущены. Я понял. Сейчас, секунду. Не, на самом деле без понятия. У меня вроде RTX не запущено. Я думаю, самое время начать соединять мобов хотя бы рандомных уже. Тогда, раз мы никого с вами найти толком тут не можем. Потому что я... О, курица! Есть! Нет, все, нашел. Я нашел курицу раз. И я нашел курицу два. Это круто. Может быть, я еще кого-нибудь здесь найду? Или нет? Или найду? О, я еще одну курицу нашел. Ладно, мне столько куриц не нужно. Ну, хотя, может быть, еще большую курицу создам. И я еще нашел овцу. Иди сюда. Корова, это хорошо. Жалко, я не нашел еще ни одного хостайл моба. Ну, враждебного, то есть. Что у меня с текстурами? Я не понимаю. Наверное, мне надо было Майнкрафт перезапустить. Ладно, попробуем сейчас поэкспериментировать с тем, что есть. И, если что, я перезапущу потом игру. Так, свинья, еще одна. Иди сюда, свинья, свинья. Иди сюда. Я видел, там лошадь есть. Так, лошадочки сюда. Еще одна лошадь. Мне интересно, что будет, если я объединю лошадь с коровой. Так, а ну-ка попалась? Да, все, отлично. У меня есть в инвентаре несколько мобов, которых я теперь могу объединить. Наверное, давайте еще, наверное, этого жителя заберем. И пролезем отсюда. Ух ты, тут какой-то бассейн прикольный есть. Да, что-то я, короче, чуваки с текстурами налажал. И у меня какой-то странный бред с ними происходит. Ладно, ничего страшного. Главное, чтобы это не повлияло на работу нашей машины. Ну что ж, кого мы первого с вами соединим? У нас есть овца, у нас есть лошадь, у нас есть корова. Я хотел соединить корову с лошадью для начала. И посмотрим, что у нас произойдет. Сюда мы спауним лошадь. И сюда мы спауним корову. И почему у меня, кстати... Я три лошади поймал, что ли? Я думал, я их две поймал. Нажимаем кнопочку. Наша машина начинает работать. Блин, посмотрите, какая клевая анимация у этой штуки. Реально... Как оно все крутится, как оно все переливается. И посмотрите, у нас появилась лошадь-корова. Интересно, ее доить можно? А у меня ведра нет. Я себе выдам ведро. Я себе просто выдам ведро. GFP бакет. Читься... А, я читы забыл включить. Надо было оставить включенные читы. Было интересно, можно ли подоить эту лошадь. Блин, кстати, она очень медленно ходит. Но прыгает. Прыгает высоко, а ходит медленно. Да уж. Не совсем, что бы хотелось, но выглядит четко, мне нравится. Ладно, давайте мы с вами попробуем соединить еще кого-то. Например, жителя. И что у нас еще есть за моб? Есть овца, есть курица. Я хочу жителя с курицей. Я хочу жителя с курицей, это 100%. Посмотрим, что произойдет. Куриные жители, когда-нибудь видели таких? Я, если честно, ни разу. Поэтому посмотрим, что у нас получится с этого. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И па-бам! Вы посмотрите на этого жителя. У него голова курицы, у него даже лапки. А я с ним торговать... Я с ним даже торговать могу! Вау! Я могу с этим куриным жителем торговать. Только почему он мне не продает яйца? Он мне продает... Он обычный фишермен, рыбак. И больше ничего от него не добьешься. Ладно, а кстати, я могу его... Могу его тоже поймать? Есть, я его могу поймать. И теперь я по идее... Вот он, Chicken Villager. Почему-то яйцо коровы, я не знаю почему. А я его могу теперь соединить с кем-нибудь? По идее, нет, потому что получится бяка вроде как. Я могу использовать только мобов, которые, ну, указаны там. Вот, если я их соединю, должна получиться та огромная бяка синего цвета. И мы сейчас попробуем это сделать. Опять это чудо-шайтан, машина запускается, крутится... И, о, да, получилось, вот такая зеленая бяка с рукой зомби, там внутри нее что-то плавает еще, и какие-то ноги криперов, что ли, непонятно, в общем, какая-то страшная штука, у нее два рта даже есть, она вообще агрессивная, нет? Звучит как зомби, ой, нет, блин, она бьется, все-таки она бьется, ладно, я понял, теперь она меня хочет сожрать, я забыл выключить звук на телефоне, сори. Так, давайте нажмем рандомных мобов, и мы объединяем сейчас скелета с крипером. Вау, это будет круто. Надо было себе хотя бы меч выдать. Почему я не подумал про это? И вот как... А, я могу эту штуку просто поймать. Все, отлично.
И там у нас появился крипер-скелет. Вы посмотрите, как это угарно выглядит штука. А что он делает, интересно? Он взрывается, я понял. Ладно. Почему-то я не подумал про это, что он может взорваться. Давайте еще кого-нибудь рандомного. Ага, Блейз и Хоглин. Вау. Затестим, затестим. Если нас будет эта штука атаковать, то придется ее ловить при помощи нашей пушки. И что это такое? Что ты такое? О, господи, она стреляет этими кожей. Серьезно? Да уж, интересно, а если в меня попадет? Ну? Да, да, ну неприятно бьет, ладно. Мы ее поймаем и призовем еще какого-нибудь моба. Так, зомби плюс житель. Это дефолтно, зомби-житель получится, о чем речь? О, овца плюс скелет. Вот это будет весело. Отвечаю, мне кажется, сейчас будет смешно. Ждем и... И мы получаем овцу скелета. Ну, блин, просто голова и руки овцы. Еще и стреляет в меня зачем-то. Ладно, надо ее... Хотя она сейчас на солнце сгорит, по идее. Интересно, что с нее дропнется. Ну, выглядит очень так мускулисто, я бы сказал. Такая брутальная овца-скелет. Давайте мы ее поймаем, чтобы она нам тут не наделала проблем. Мне показалось, что я кого-то видел здесь. Ладно, давайте еще кого-нибудь рандомного. Свинья плюс зомби. Получится свинозомби, наверное. Но я думаю, вряд ли именно свинозомби в обычном понимании. Может быть, получится что-то... зомби-пик какой-нибудь, я не знаю. Нет, да, это обычный свинозомби, который за мной идет. Я думал, что это будет зомби, но... Точнее, свинья в текстуре зомби. Это было бы круто, которая еще на меня нападала бы. А это, ну, не совсем то, что я хотел. Крипер плюс крипер. Не, большой крипер нам не нужен. Давайте мы это очистим. Давайте еще кого-нибудь. Ага. Свинья плюс крипер. Вот это интересно. Вот это уже интересно. Надеюсь, не будет так же, как со свинозомби или... Интересно все-таки, кто будет? Крипер-свинья или свинья? Да, это все-таки крипер-свинья. И посмотрите, да, и он еще даже взрывается. Прикольно, ладно. Еще кто нас сегодня обрадует? Кто там? А, там слизень и овца. Слизень и овца. Вот это будет четко. Кстати, я думаю снять просто цикл видео по этой карте и про каждого моба соединять его со всеми. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вау! Посмотрите, это овца-слизень. Это круто! Это вообще невероятно! Она прям прозрачненькая такая. Вау! Жалко, я не могу ее подстричь. Ладно. Когда я буду снимать про каждого моба, я подготовлюсь. Но это... Выглядит круто. Мне интересно, что она дропает. Не, я даже включу чит. Я выдал себе эти... О, я с нее могу собрать слизь. Интересно, она теперь будет всегда зарастать слизью или нет? Хм, блин, тут нет травы, чтобы она покушала. Овечка, идем, тебе нужно покушать травку. Иди сюда. О, кстати, я включил читы. Может быть, я смогу еще выдать себе ведро и попробовать подоить мою лошадь. Интересно, и получится... О, и получится коровье молоко. Неплохо, неплохо. Отлично. Жалко, просто у коров в Майнкрафте нельзя собирать молоко. Было бы круто, я считаю. Ладно, давайте попробуем еще кого-нибудь. Свинья плюс скелет. Я думаю, что тоже ничего веселого сейчас не будет. Хотя, может быть, будет свинья скелетом. Вот это тогда было бы прикольно. Но если это будет... Да, это свинья скелет. Вы посмотрите, вы когда-нибудь видели скелет свиньи в Майнкрафте? Я, честно говоря, впервые. А если мы ее попробуем убить... Ну-ка, так, иди сюда. Она издает звуки обычной свиньи. Интересно, что она дропнет, кости или... А с чего ты мне мясо дропнула-то? Непонятно. Ладно, у нас уже солнце зашло. И что ж, ребят, хочу подвести это видео к концу. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение по этой карте, где я, возможно, соединю каждого моба с каждым. С вами был я, Рисман, всем удачи и всем пока-пока.